Анонс 16 серии турецкого сериала «Сапфир», как мы помним с предыдущих серий. Гюльфем напугана поведением Урала, тем, что он наставил на нее оружие. Из ее глаз не перестают течь слезы ужаса, она хочет, чтобы все это как можно скорее закончилось. После показывают встречу. Урал и Атеша мужчина говорит парню, что мать явно очень хорошо его воспитала, но парню не нравится этот разговор. Это тон мужчины, он срывает весь свой гнев на него и требует, чтобы тот не смел произносить имя его матери. Ферае заходит в комнату и видит спящего мужчину. Девушка напугана, но у нее нет другого выхода. Она наставляет на его голову пистолет. Хоть и руки дрожат, она готова спустить курок и лишить мужчину жизни. Продолжение вы сможете увидеть в 16 серии, которая выйдет на русском языке 18 декабря. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.